В гости к видновским пожарным пришли сегодня учащиеся Видновской гимназии. Для начала ребятам показали действующую пожарную технику, рассказали о распорядке дня личного состава и других тонкостях службы. А здесь у нас расположены различные инструменты, которые помогают нам при работе. Это различные топоры, кувалды, ломы, багры, для того, чтобы вскрывать что-то. Среди современной техники есть и настоящий раритет – ЗИС 40-х годов. Его пожарные реставрировали своими силами. Экспонат, кстати, до сих пор на ходу. На таких машинах ездили тушить пожар. Расчет сидел, если на нее посмотреть прямо на кузове машины, то есть в кабине сидел только водитель и командир расчета. А расчет сам находился на кузове машины, рукава находились сзади на катушке, и насос, мотопомпу, она на прицепе перевозила с собой. Была в экскурсии и незапланированная ее часть. Настоящий выезд на пожар. На улице Советской загорелась мусорка. После теории перешли к практике. Во дворе пожарной части ребят учили обращаться с огнетушителями и пожарными рукавами. Ну а после гостей ждало чаепитие в местной столовой.